Привет, мои дорогие! Я Александра Соколова. Привет вам передаю с морюшка. Я надеюсь, вам видно хорошо. Там же эвкалиптовая роща. Я предлагаю недвижимость в Мерсине, и сегодня у меня отличное для вас предложение. Квартира на первой береговой линии. Видите как? Сейчас и для Мерсина, и для всех мест, наверное, это уже редкость, потому что береговая линия уже фактически вся застроена. Комплекс. Сам комплекс бывалый, есть блоки 20-летние, года 20 лет назад были построены, а этот блок новый, ему 2 года. Здесь я хочу вам предложить квартиру 2 плюс 1, 125 метров брутто, с двумя санузлами, квартира-распашонка на обе стороны дома, что обеспечивает хорошую продуваемость в летний сезон. Квартира на восточную сторону террасы, то есть здесь вы можете справлять время, завтраки, обеды и ужины. Здесь будет не жарко. Не буду голословной, начну показывать. Такой вот вид открывается с террасы. Терраса у нас большая. Если хотите, при желании ее можно остеклить. Это позволит вам еще больше времени находиться на ней и любоваться морем. У нас замечательная, огромная, зеленая территория. Перед морем у нас эвкалиптовая роща. Сезон там выставляются шезлонги, зонтики. На территории много бассейнов. Аквапарк. Парковая зона. Такие дорожки, цветочки, цитрусовые. Огороженные, охраняемые, спортивные площадки, детские площадки. Все, что вам нужно для полноценного отдыха, либо сдачи в аренду. Перед комплексом дорогу вы видите, пешеходная зона, дорога-променад. Там же находится велосипедная дорожка. И можно по ней выйти и гулять много-много километров вдоль моря, вдоль эвкалиптовых рощ, высаженных пальм, цветов, бугенвилей и так далее. Итак, сама квартира. Терраса вот у нас такая большая-пребольшая. Находящиеся в Мерсине в районе Томюк. Большая кухня-гостиная, единое пространство. Очень жизнеутверждающие у нас используются цвета. Если вам не нравится, то можно их перекрасить в любой другой цвет. Но решили хозяева, что так, наверное, на море будет весело, празднично и будет поднимать настроение в этой квартире. Значит, вход у нас
Вот он здесь, при входе у нас вот такая прихожая, чтобы оставить сумки, одежду, обувь. Пол у нас здесь ламинат. Зонированное пространство для кухни. Предусмотрено место под всю технику. У нас здесь каменная столешница. Из коридора у нас при входе один санузел общий с унитазом, функцией биде и раковиной. Большого размера, подчеркиваю, большого размера второй санузел с подвесным унитазом функции биде, душевым уголком, зеркалом, шкафчиками. По коридору мы идем, у нас здесь детская спальня. Покажу вам с этой стороны. Вид на горы, ну немножко на соседний дом. Есть варианты этажей. Заходите в описание под видео, заходите в инфобокс, смотрите дополнительные характеристики квартиры, комплекса, цен и так далее. Я всегда это оставляю внизу под видео. Здесь у нас есть балкон. И также есть вид на море. Посмотрите, до моря сколько? Ну, 50 метров даже нету. Метров 30. Вышли мы из подъезда. И немножечко прогуляемся по этой большой территории. Здесь такой искусственный ручеек с мостиком. У нас круглый год. Розы. Красота. У нас зимой цитрусовые. Тоже я сейчас вам покажу. Ага, это грейпфрут. Это не апельсин. Это белый грейпфрут. Здесь вот есть кафешка, в сезон работает. Интернет-кафе. Магазин прямо на территории. Огороженная охраняемая территория. Магазин работает круглый год. Смотрите, какая замечательная зона променад. Какой запах от эвкалиптов. Не передам. Не передам. Приходите. Приезжайте. Наслаждайтесь. А, этой свежестью. Здесь есть пирс, и в сезон доставляются шезлонги-зонтики. Мелкий песок, продолжительный пляж. Можно долго гулять, наслаждаться, любоваться
Так, ну что, пройдусь еще по другой стороне территории. Это детская площадка, огороженная, безопасное покрытие. Это спортивная площадка для детишек постарше. Огороженная охраняемая территория. Вся инфраструктура для жизни. Ну как вам? Понравилось предложение? Если остались вопросы и вы не нашли их в инфобоксе под видео, а я там всегда оставляю дополнительную информацию, звоните мне, пишите мне на WhatsApp, телефоны появятся где-то на экране, либо всегда находятся в инфобоксе под видео. Спасибо за просмотр этого видео, спасибо за ваши комментарии и лайки. Люблю, обнимаю, жду в Мерсине. Пока-пока!